Сегодня утром СБУ Украины, ФСБ, а не СБУ, которая в реальность перетворилась в филиал ФСБ, организовала провокацию вместе с изменником революции гидности, абсолютно негидным Луценко. Из дома, из квартиры, которую я снимаю в центре Киева. И в дальнейшем у них есть договоренность с Путиным, а также с грузинским олигархом, крупнейшим частным акционером «Газпрома» Иванишвили, для того, чтобы сплавить меня в грузинскую тюрьму под наблюдением Путина и избавиться от меня в Украине. То есть избавиться от громкого голоса, который говорит, что они воры. И СБУ провокации, подтасовки фактов, создание фейковых записей, о чем, кстати, я предупреждал уже несколько дней тому назад. Это есть специальный департамент, который возглавляет некий Коваленко. О каких связях партии регионов может быть идти речь? Порошенко был основателем партии регионов. Порошенко был частичником Туфель Януковича. Они сделали грязнейшую провокацию в стиле ФСБ. Они ошиблись. Украина не Россия. Порошенко никогда не станет Путиным, потому что украинский народ великий, свободолюбив. Захватила власть в Украине организованная преступная группировка, которые шантажируют, собирают компроматы, похищают людей, отбирают бизнеса, договариваются через Медведчука и Ахметова с Путиным, с врагами Украины, и хотят и дальше гнобить и содержать украинский народ в нищете. Организованная преступная группировка захватила власть в любимой Украине. Поэтому... Да, могу пропустить. Ганьба! Они обвиняли нас в организации преступной группировки. Это ничего преступного. Наших намерений никогда не было. Мы уже несколько месяцев стоим здесь мирно, спокойно. Не было ни одного инцидента. Ни одного инцидента. Они всяческие провокации устраивали. Несколько месяцев стоим здесь мирно, спокойно. Не было... Обещания давали, но мы никто не подался на это. Потому что нас становилось все больше и больше и больше. А последнее воскресенье мы провели самый большой марш в истории после 2014 года. И этот марш показал им, что народ Украины никуда не исчез. Что народ Украины горд, свободолюбив и будет сражаться до конца.